Время субботников наступило. Первые прошли в городах и селах региона сегодня. Основной фронт работ с учетом погодных условий – это рыхление снега, уборка мусора и дорожного смета, сбор листвы и веток. Также мыли тротуары, остановочные павильоны, опоры освещения. Только мешки? Да. Снег сошел, и мы видим ту грязь, тот мусор, который сегодня лежит вот... И, в принципе, наша задача привести в кратчайшие сроки город в надлежащее состояние. Субботники прошли сегодня на территориях предприятий, учебных заведений, в ульяновских дворах. Трудились на благо общества более 20 тысяч человек. Сейчас пока еще сыро и тяжело еще убирать листву, так как местами лежит снег, но из-под снега, который тает, выходит какой-то бытовой мусор, который вот мы сегодня и собирали. Следующий областной субботник пройдет 24 апреля, и он положит начало рейтинговому голосованию за проекты благоустройства 17 территорий в нашем регионе.